Советую поприветствовать меня сегодня. И советую вспомнить, по-моему, в какой-то серии я уже говорил именно точно такую же фразу. А мы тем временем снова хотим больше растений, чтобы было больше разнообразия. И в итоге мы бьем пазлики, вазы, сундуки. Вас здесь, увы, к несчастью, увезли. Мастер пазликов печалится. Да-да, я печалюсь! Он оказывается здесь. О, колючки, кстати. Колючки! Да? Чего ж ты удивляешься? Ты же был тут всегда. Ну, как бы я всегда, но на самом деле, иногда-то ухожу. Ухожу, собственно, и не видят меня. Никто. Жалко, конечно, но бывает такое. Хотел бы, чтобы меня видели чаще. Ну, может быть. А меня вообще даже не видели еще. Только слышат. Ну и такое бывает. О, смотри, что ты выиграл. Да я вижу. Ну, зато пазлики мои лучше всех. Там мы знаем. О, слушайте-ка, вот сегодня у нас много всякого полезного, кажется. Да, ну да. Хватает. Двух кристалликов не хватает. Ну, купим 20. Уже кажется, купим больше, конечно же, конечно же. Хочу получить растение под названием... Этот, как его зовут, как говорится, баклажан. А вот тут есть такой. Не то. Не то! Опять не то, да? Ну да, это есть у меня. И это есть. Да, у меня много все, что есть, оказывается. А, ё-моё, не просто повторюшки, ну. Ну ладно, хватит, значит. Да? Да. Сейчас я узнаю, что мы можем получить еще. Ну-ка, 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 крутись. Может быть, что-то еще есть у меня, открывшееся. Вот цитрончик, да. И бегунки. Которые выбегают. Нужно больше, больше и всякое там еще получать. Ну что, здесь нас ждет? А, да, замес печки продолжает работать. Хочу до сих пор узнать. Погибает ли он при уничтожении от... О, вот это сюрприз. Вот так расстановка. Вот это расстановка. Слушай, они будут идти в... О, дым, дым, наконец-то дым. Слушайте, у нас давно дыма не было, да? Все, люки-люки, а тут... Дим. Сейчас мы зато и узнаем, ветродуй, допустим, использовать можно или не запрещено. Да? Да. Закрывашку, открывашку. Вот тут даже музыка нормальная есть, но она забита другой музыкой. Ой, хотите? А почему бы нет? Мы хотели еще взять какую-то глупость, не очень глупую, но все-таки пушку. Цитрончик, все-таки лучше вместо пушки, давненько не пользовался. Бетона обычного. Он еще классически видный. В теории орешек хотите? У нас столько всякого еще есть, что можно хотите использовать. Ой, у нас двойного высокого нет. Без ветров давайте мы сегодня. Так, смотрите, два люка. Интересно, какой куда ведет. В любом случае, мы один закупорим обязательно. Я ветроду не взял. Поздравляем Фасадинга с его провалом. Ну, я просто взял орешек вместо ветроду и так. Давайте-ка копим. Ну-ка. Ой, а тут, смотрите, не посадить никак. Да, ну, вытягивай, смотрите-ка, все вокруг люка. Ну-ка, и плюется. Прыщ. Закупорим. Все. Смотрите, он, главное, не получить урон, пока пар из него изнутри бьет, нормально ему. Вот так он... Ой, он залез в люк, нет, не залез. Нет, он идет мимо. Вот, берем пар. Пусти бегунов. Пин-пин-пин-пин-каков. Ну-ка, не лезь туда. Что, кто-то изнутри бьет опять? Или это пар, видимо, уже пришел. Ну-ка, убирайся, пар. Больше поставим. Ой, кто-то вылез уже, гад. Как он успел, как он вылез. Вот, точно. Я, как
кто-то успел опять залезть в трубу, нет? Либо это он просто погиб. А где... О, кстати, а грибочки... Эти чуйки получают урон от пара? Вот эти орешки. Без спешки. Так, опять вылез. Ну, ничего. Потому что в ту не лез. Видимо, вот эта труба... Вот эта труба ведет вот сюда. Ой, вот вот сюда. Вот это вот ведет сюда. А вот эта вот труба ведет вот, скорее всего, сюда. Не тестил, но не знаю. Давайте закупорим. А, не закупорим, ладно. Дым. А, они оба, смотрите, дым вытягивают. И все же, да, смотрите, кажется, не все. Да, слушайте, круто, смотрите, они один и тот же дым вытянули. Что же мы наделали? Так, нам нужно сделать что-то мощное. Предположительно, что бьет по всем. Совершенно по всем. Ай, порог! Ой, кого-то вытянуло. А, крышки сбило. С люков. Вот что я сделаю. Мы избавились от них. Вот тут, конечно, беда. Пустите их! Орешковая судьба! Их пустите. Цитрончика бы. Что-то не вышли. Это было самое глупое действие, что мы сделали. Ладно, с печковой еще не пришел даже, кстати. Ладно, бы с косилку ехала. А, ищите! Да ёшкин сын! Так, мне кажется, сейчас не получится ничего, если мы здесь посадим. Так, давайте цитрончика посадим, чтобы он получше бы избил всех наших. В смысле, не наших. Что они там орешки съедают уже? Ну, двойной еще поставим, я бы сейчас будет... Ой, они лезут из люков, потому что... Ну-ка. Давайте выкопаем этот дым. Ой, и тот дым. Сразу оба. Нет, вы не пройдете! Сбили даже того печного. А я хотел узнать, что он делает. Дым все еще появляется. Так, ветродуй, блин. О, а! Этот оба дыма его сни... Точно, отлично. Идеальное место для него. Ну, давайте закупаем все-таки дым. Все-таки дым не то, что хочется видеть везде. Так, вот цитрончик наконец-то мы будем сажать. Орешки без спешки, да, конечно, что еще сказать нужно было. Так. Этот он не убивает с одного удара, но все-таки возможно с двух убьет. Всех их. Как ты посмел? Так, печный идет, ну-ка. Черт, мы сможем. Не мы опять не сможем убить его. Давайте взорвем его сразу тогда. Потому что он в толпе идет, в толпе, как видите. Опять выбило крышки. А, нужно еще пару брать потом. Люк, 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 люк. В смысле, щит. Цитрончик бы. Ну, давай сейчас посадим этого. Он выпустит орешка, мы его выкопаем. На его месте оставим цитрончика. Скинокопим, конечно же. Вот что закупаем здесь, чтобы они ели его. О, что-то его не едят. Что-то кто-то изнутри ест. И это пар насквозь проходит. Не знаю, кто точно. Не знаю, кто точно. Эх, пар бы убрать, но все-таки ладно. Не, ветродуем, скорее всего, нафига не сдувается. А вот зомби с зонтиком, возможно, сдувается ветродуем, когда он в полете. Над городком. Готовы дальше идти? Я думаю, что вполне. Может быть, еще какой-то один зомби? Новый появится здесь. В этом списке. Пусть хотя бы один, хотя бы под конец. Такое бывает. Такое случается. Никого здесь. Это будет зомби-механик, который чинит зомби вокруг себя. Что? Ну, зомби это не роботы, к несчастью. Так, мы хотели. Я хотел. Узнать, почему здесь опять нет паровых труб, хотя это главная фишка мира. Вы когда-нибудь видели, чтобы в затерянном городе не было клеток на полу?
солнечных. А зачем я взял? Не поможет. Ладно, давайте, раз уж мы веселимся, давайте-ка использовать это растение немножко. Но не немного. Будем сажать всего два. Посажу. Ну ладно, три. Ну ладно, три. Ну ладно, два. А пока что... Опа. Опа. Мы хотели что-то еще взять. Такое забавное. Ледышку. Сейчас проверим, насколько ледышка помогает против того типа. Вот. Не тестили. Вот что я хотел. И вот что я хотел. Самое главное, это солнечные. Солнечные. Готовы? Чи-чи-чи-чи, не шумите, пожалуйста. Ну-ка. Где мое солнышко? Да. Вот оно. Дорогостоящее солнце. К несчастью, скажу вам. О, вот и как раз удача. То, что надо. Но погодите, не спешите. Какое-то оно дешевое растение для такого мощного. Какие мартышки-то стоят лучше? Ну-ка, полетели. Вверх, вверх, да? Гаечку свою забыть. Вверх или куда? Да, я был прав. Они правее гораздо. Все. И теперь вниз. Стойте, а там уже никого не было. Видимо, растение считает, что там кто-то был. Пускаем гаечку, которая убивает насмерть всех. Смотрите-ка, наповал. С одной гаечки. Читерство. Поэтому давайте сажать только здесь. И вот пониже чуток. Так, повыпускать всякие там... Солнышки нужны бы больше. Пиу. Чуть отскачивающая ракета, да. Два раза почему-то всего лишь, ну. Вот, только два. Больше не будем сажать. Значит, слишком мощно получится. Допустим, сейчас смотрю, какие гаечек убьет. Одна гаечка, значит. Вторая гаечка летит уже в того зомби с конусом, ведром. Третья гаечка уже. Четвертая гаечка от Гаргантюа. Это уже пятая бомба, либо шестая уже, ладно, не так быстро убивает все-таки. Так, ну-ка, давайте тыкать его. О, пушка усиляется, ускоряется. Давайте в рот себе. Вот он погиб, кстати. Смотрите-ка, видите, так-то не так-то и просто, оказывается, так-то. Когда съедите, пускай гаечку вниз лучше, да. Там более опаснее, видите, зомби уже идет туда. Их там двое, нет, один. Я не хотел! Ну ладно, куда пустит? Наверх, нет? А, просто вперед! Немножко вперед и бьет всех вокруг, понял? Тут давайте здесь еще. Печник. Щух! Мы спасли его. Все, он выжил. В смысле, он. Он не взорвется больше, да? Подтвердите мою догадку, когда он кончит. Нет, что-то он как... Вон, погиб и не взрывается. Да, погиб, и его печка падает. Он... Ну, очевидно. Было это. Ну, что вопрос? Как только мы его охлаждаем. Он не будет взрываться вообще? Или как? После обезохлаживания. Не знает об этом никто. Ой, много гранча, слушайте, тету, это уже. Потому что уровень-то близок к концу подходит. Ой, мы убили снова его, вот, блин. Этого мы не хотели. Будем мы сидеть на ели. Ам-ням, прям фото. Пушка, пушка. Еще пушка. Так, один из гранча уже. Готов к своей гибели. Нижний. А вот тот вполне ничего не готовится погибать. Готовится уже, ладно. Просто печный. Так, вот он печный идет. Сейчас мы его охладим пыл. И узнаем, что будет, если... Он после обезохлаживания решит неожиданно... Пройти дальше, а? Все, не взрывается уже.
Да, видите, охладили пыл. А потом он взорвался. Что? Но орешек не повредился, потому что он не так сильно взрывается, как вы думали. Ну, не знаю, это странная вещь. Видимо, нужно его... Все-таки не ледышкой, нужно его ледяным горохострельчиком, которого на меня нет. Еще, хотя он не такой крутой, чтобы у меня его не было. И мы готовы еще отправляться в путь. Да? Да, это точно нужно. Еще раз, снег, еще уровень. Уравнение еще одно. 20-е. У кого что-то тут еще есть кто-нибудь интересный? Нет, ну сейчас мы проверим ветродуйчик обязательно. Пожалуйста, я не забуду. Ой, порог, сейчас мы все проверим. Ну, уверен, что с зонтиком это работает, с паром нет. Где мы ветродухи? Что, еще используем? Клетки, которые были в... Которые на одном уровне появились, эти клетки из будущего? Типа, якобы, что? Ну, ладно. Так. Что еще можно? Безумные взять. О! Хотя зачем? Если ледяной дракончик, вот можно с ним поиспытываться, но нет, не нужно. Вот что можно. Нет, 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 не можно. Ну, я думаю, да. Ой, я не взял, смотрите, что не взял. Я не взял ветровые машины против... Кого? Против тех. Техников. И не взял пробки. Ну и пофиг, потому что зомби там будут. Мне близко срывать особо не нужно. Разве что мины. Вот задымили. Вот это намек на то, что якобы типа туман, и не должно быть их видно. Да нет, их видно. Это ложка. А если им больше огня придать, он взорвется, нет, скажите? Этому печнику. А нет, они вообще далеко не туманят, смотрите, их спокойно видно. Вы хотели сделать иллюзию, что не видно их? Вы не самый лучший иллюзионист в мире. Как-то я скривил с этим посадкой, ну. Давайте мины поставим повсюду. Они вообще будут бить, да? Ну да. А если он здесь под землю его тоже будет бить? Да, и под землю его бьет тоже. Эксперимент один. Что происходит? Это сработало! Вот это да! Я думал, что оно не будет работать, но нет, оно сработало. Это забавно. Ветродуй все же работает, ёшкин ёж. Круто. Ну, сейчас на время. Он его так даже подталкивает не мог. Сейчас рука уже отвалилась, мне кажется, его не ставит туда. Уничтожить. Не взрывайся, пожалуйста, сейчас вот. Погиб, отлично. Его печка потухла почему-то сама по себе и исчезла потом. Ну, бывает и не такое. Мышь, 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 мышь! Пожалуйста, расти, расти, мина! Я сказал мышь, я сказал мины, хотел сказать, извините. Но мы знаем, что делать, я думаю. Мать. Ну и взрывается, бых! Да, я заметил это потом. Ну, в общем, все получается без проблем. А где у нас здесь растения какие-либо? Защищающиеся. Дуть можно? Можно. А зонтик где зомби, кстати? Зомби с зонтиком не было. Что он здесь должен быть? Он здесь должен быть. Кстати, что было бы все наоборот, а зомби с зонтиком не сдувается. При сдувиновении. Вот он идет уже. Внимание, эксперимент номер 44011. Он сдох. Нет, летит уже. Но он поздно уже приземлился. Поэтому мы опять не узнали насчет зомби-зонтиком.
Но я не, без сомнения скажу вам, что он сдувается. Вот, опять мы сейчас узнаем, ну-ка. Собака вам в нос! Почему? А сейчас он взорвётся или нет, смотрите, при столкновении с этим? Не знаю. О, он немножко медленнее, слушайте, или как? Или это его так сталкивает, что он становится медленнее? Бабах, вот и все, конечно, стал. Я как-то умудрился симметризировать все-таки эти линию. И неплохо вычел еще раз на эти вещи, но... Не такое бывает, а пока с вами все. Был игра ПВЗ 2 в игре фасадинга. Я не издатель, я просто... Но в следующей серии у нас будет, можно сказать, серия под названием «Серия». Я понимаю, что это так. Пока.